чарми пока слизень. Не, так я их свожу. Но, ну, он их сводит, кстати, это я вижу. У нас кто-то завис. Все приняли готовность. Не-не-не, вон там этот, блять, я хуй знаю, кто-то бежит на месте. Миля. Никто тут не бежит на месте. Еще раз хочу напомнить. Там просто непонятно кто. Все готовы, давай отчет. Блять, несложный босс, но, блять, я промолчу нахуй. Тут мы большой пиздец. Не, Арислин, разворачивайся. Маневр. Бор, это не поможет. То, что ты написал. Для тех людей, которые умирали. Там тупо их не ошибка. Блять, не поворачивайте в рейд, нахуй. Слизняков ебучий. Барбарос, уйди. Ебись. Говорю, не поворачивайте, нахуй. Почти, блять, в босса нахуй плюнул. Чуть-чуть перелетело, в меня попал. Среди слизней. Тут кто там, блядь? В милизоне, блядь. О, большой. Это убери маленького пока. Не на мне. Колю сам стань. А что прохи? Щуку. Репахнули шамана. Ставь тотем Вальмора на кмана. Быстрее, пока брызгать нет. Щуку прохил. Блять, щука нахуй. Выходи быстрее служи. Ты заебал нахуй. Нажми ебаный отрыв нахуй. У тебя еще, блять, фридум есть от пета. Приказ хозяина, блять. Который снимает нахуй с себе слоу, блять. Можешь макрос есть сделать, блядь. Маленький слизень. Войд, сведи с Too Good To Be. Там тоже маленький слизень. Либо наоборот. А вот сейчас Швеб все сделает. Там Швеб сводит. Блядь. А, два уже. Прохил. Так, ой, дай бар пока лют. Арислин, на разворот сделай. Вставай. Прохил калюта, рита тем, ставь на ману. Колиш, дай гимн на ману. Сейчас отбегаю от ужин. Даю. Сейчас газ будет. Арислин, дай сокру.
А сколько там стаков у вас? У меня 3, у Арислина... Взрыв, блядь, я вижу. Взрыв. Нахуй. Приготовились. Отбежали, фонарь с отбежали с центра, уж убежали. Ну нажмите какие-то сейвы, блядь, щука, хулиши. Под босса быстрее подошли. Дал избаун. Too good to be, ты мне мешаешь. Вальмора, выйди с рейда. И Асус выйди. Стерва БР по щуке. Мася БР по хулишиту. Не вставайте только. Ну куда ты, блядь, щука? Да, ты колют. Все, встали быстрее. Прибафнули шамана, приста и ханта. Серый Инор. А Реслинди ради бога. Нет, у тебя. Стерву прохил. Блядь, ну ёб твою мать нахуй. Щуку, ну... Да пизду, я ебал, щука, я не знаю, ты бесполезный, вот реально нахуй. Ты, блядь, вот просто фрик нахуй. Ты, блядь, дохнешь в ебаной луже, ты не отходишь, вообще АФК просто стоишь. У меня 4 стака. У Арислин 2. Маленькие по рейду бегают. Фонаря прохильте. Бьем так, блядь. Что я могу сказать? Бэров у нас нет. Колют, блядь, как поумирает нахуй. Под боссом, хуй знает, блядь. 3 маленьких, сведите их, ребят. Вы меня окружили с маленькими, дайте пройти. Ой, блядь. Ой, ты выйди с рейда. Нахуй, минус хилы. Пизду. Я не знаю, вы, блядь, ну это просто пиздец, щука нахуй. Я хуй его знает. Ну ты, блядь, реально, это просто пиздец вообще. Тут дело не в прохиле нахуй, а дело в тебе, блядь. Ты, блядь, можешь выходить с этой ебаной лужи? Отдали камеру, блядь. Посмотри на эти колбы, которые вот я метки ставил. Нахуя я это объяснял? Ты, блядь, говоришь, вот на тебя кидается газ, блядь. Ты, блядь, там в этот газ кидается, ты, во-первых, отойти можешь, блядь, там еще время есть, чтобы отрыв нажать. А во-вторых, блядь, смотри, блядь, когда выливается с крана эта хуйня заранее. И ты отбежишь, и все будет хорошо. И ты не сдохнешь. Но ты, блядь, стоишь до последнего. Ты начинаешь отходить, когда лужа эта ебаная появилась. И в этот момент газ, блядь. От этого ты умираешь. Я про первую смерть твою говорю. И это не только его касается, блядь. Тунька, нажимаешь шестеронку. Теперь колют, блядь. Ты на тебя вешается дебаф, нахуй. Что нужно делать? Хилить себя, блядь. Может, это Фелицию вхапало, и пускай на щуку повешает частицу. Тогда ретрика не будет. Хуйня это полная, блядь. Я взрывом все равно бью. Тут сейчас, блядь, проблема нахуй не запрохила, еще раз повторяю. Угу. Ну а когда хилы умирают, ся не хилят, это получается как, специально что ли не хилят? Или можно же здесь... Ну я хуй его знает, вот например на Клюта повесился дебаф нахуй, он, блядь, тебя вообще не поднимает нахуй. Он просто похуй, блядь. Именно когда дебаф, блядь, тебе нужно прохиливать себя нахуй. Да не, ну с диспелить можно. Так через себя просто, через себя, хиль миллизон и все. Ты, блядь, ну дохнешь, блядь, ну просто пиздец, блядь. Так у тебя не было прохилов в себя. Смотри, прикол ты, из-за тебя говорят. Я тебе только сказал про дебаф, нахуй. Когда на тебя повесился, ты на себя вообще не хилил, нахуй, нихуя. Блядь, скинь орехи, я хуй его знаю. Можете орехи на себя шманы кинуть, они танкам нахуй не нужны. А линканите и дали смерти. Они в одну щит сбивают, мы по мане сядем. А как за секунду его убило, чё там, линканите и дали смерти? Линканите смерть деталям, блядь. Да, хорош, да, обмен. За одну секунду, блядь, он не мог умереть. Нет. Сейчас посмотрим. Я удивляюсь вообще, как так. Нет, там есть, там за одну секунду есть. Там, когда я врезали.
Ну, так это перед смертью, блядь. Первая, вторая смерть. Чё, пить будем? Арчина была бы. Перестамав нет. Ну, исходные стали отдали чудо. Блин, я не знаю, триксуй Блейкича какого-нибудь. Удвигайся, двигайся, щука, видишь справа? Блять, еще раз говорю, отдалите нахуй, смотрите заранее, блять. Вон, с креста выливается, блять. Значит, с креста печеньки уже должны съебать, нахуй. И там спокойно, блять, выбегается. Никогда вы, блять, в газе не будете в луже, нахуй. Если, блять, смотреть, откуда льется сразу, нахуй. И думать головой, нахуй. Там Манти бьет бесенка. А, на Вайда побежал. Сейчас после брызгов можете их вести. Там газ, правда, сейчас будет. С РДД только в милизону не будете. Только если с милизоны в РДД. А, в мили появится, по идее. Да, сейчас мили появится с большим. На Бентли дыма заканчиваем. А Реслин, сделай маневр. Палец отсох нахуй. Ну, так. Ладно, сейчас сделаем там одну хуйню. Вкусный гал. Рестарт АТМ. Вальмора Гимн. Нет. Да, Вальмора Гимн. Я этого заберу. Вальмора прохил. Щуку прохил. Брызги. Вы в идеале еще можете смотреть, ну, типа вот, ну, кто диспелит. Вот до брызги, видите, перед брызгами снимать дебаф с человека, который стоит в ранже. Ну, тем самым, блядь, выигрывать некоторые секунды времени, чтобы в дальнейшем меньше взрыва был. В мире слизень, too good to be маленький слизень. Такой намек чисто лопу. Кому-то из них намек. Ага, вижу. Все, забираю. Мхольщ. А, нет. Сейчас газ будет аккуратно. Маленький в милизоне. Газ был этот. Тугутуби, подойди в милизон сейчас. Арислин, это твой, забери. А, стоп, не надо, не надо, уйди, 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 уйди. Большому только не сведи. Айтба он дал. Тугу, туби прохил. Угу. Сейчас газ будет. У меня 4 стака. Ой, Реслина сколько? 3. Блядь. Блядь, нет. Войд БР. Прохил, 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 прохил. Ребахнули бумага. Так, сколько там Реслина? 3. Еще одного большого сведешь, потом будете сводить. Я скажу, когда сводить. Там уже 2. 2, блядь. Сука, не надо, только не сводите сейчас, блядь, не сводите. Фонарь, забери сейчас таунта. Блядь, ну ебаный в рот. Готовимся разбегать.
Ушли от босса, ушли, 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 ушли. Дай сокол. Да пизда нахуй. Ну ёб твою мать, ну почему вы такие тупорылые нахуй? Ну это пиздец просто, блядь, я не знаю. Ну фонарь забери, он до тебя будет больше бежать. Ну нажмите на ебаные кнопки, блядь. Ну это просто пиздец нахуй. Вот иди, как... блядь, идите босса нахуй танчить, если вы тупые, я повожу нахуй. Знаешь, ну что реально так, бесит эта хуйня, блядь. Как я заберу с полкомнаты от него, находясь? Как? Как ему нахуй кверху, плюс блядь? Я еще был нахуй в колбе. Я наебало был в колбе, уже эта я... хуйня, блядь. Пизду нахуй. Попробуй нашу работу. Она сложная. Люди просто не собирают маленьких, они везде. Просто это минное поле. И все. Люди не хотят сводить. Причем тут мы? Мы пытаемся. Я конкретно за этот момент сказал нахуй. Ну, а я не мог. Я просто не мог. Во-первых, я замедлен, во-вторых, просто далеко был. Я просто физически не смог бы. Надо было в Белизону струнтить тогда, наверное, да? Ну, как вариант единственный. Это больше вина того, что маленькие кое-как сводятся, а не наша вина. Я уже не первый раз говорю это. И в те дни говорю, и сегодня говорю. Ладно, блядь, бы босс, сука, сложно был, нахуй. Ну, блядь, ну, уёбки вы ебаные. Посмотрите, что, сука, вас маленький слизень бьёт, нахуй. Кто стоит в Мелизоне, блядь. Выбегите, ну, откройте ебаные ну, свои глаза, нахуй, подбегите, блядь, кто в РДД стоит, нахуй. Вообще, в Мелизоне почти все слизни, вот на этом трое, как минимум, были на хилах. По очереди. Калют, Масси, Двайрдру. Да он, они, по идее, должны быть либо на ретрике, блядь, либо на Акунке, нахуй. Но там прикол можно сделать. А, боб дать, если так. Но мы просто не видим их, там пачка огромная. Да плюс нет, нам надо постепенно следить за минным полем, которое в кастерах стоит. Мы не боты какие-то, я не знаю. Я бы с радостью вас пронес на своих плечах, но... Я все сам не смогу сделать. Добрыня Никитыч. Добрыня Никитыч. Дайте ССП этой щуки нахуй. Я хуй его знает, это просто пиздец. Too good to be. Google bound. На исходное ставим, почему было мало. Я бы потанчил босса, мне бы было интересно. Я бы, наверное, поводил бы, блядь, сейчас с удовольствием, нахуй. Проблема в том, что, блядь, ШП, блядь, чума, блядь, еще это ебаные, привязана, блядь, ко мне. Давай, чёрт. 5, 4, 3. Блять, ну откройте глаза, нахуй, пожалуйста. Ну это пиздец, ну это очень простой босс. Прям очень, блять. Ну, блять, подумайте, что нахуй. Ну, не только, блять, АФК нахуй стоять, а можно еще что-то делать полезное. Коэффициент полезного действия создавать. Первый слизень маленький, в Мелизоне. Второй на Элеснине.
Рислин, там лужа разливается. Мы фридом метим, это обходим. У него хп так много. У кого? Босс. Нормально. Там у принцов 120 тони, а вот это много. Вот щука. Ну вот, блять, и ты говоришь, что ты не виноват, да? И ты еще встал под брызги. Угу. Я тебя нахуй кикну, нахуй, я тебе отвечаю. Я уже вот мне ёкает нахуй сердце, чтобы тебя вообще кикнуть нахуй с гильдии. Если ты, блядь, не начнешь нахуй думать своей головой. Отдали ебаную камеру, нахуй, смотри, куда лужа льется, блядь. Арислин, сделай разворот. А, там маленький слизень уже бежит. Мы перекрыты. Протопауэр, держишь слизня. А где маленький второй, не вижу. К боссу подбеги, блядь, увидишь. А-а-а. Сейчас, Арислин, сделаем маневр, идем ко мне. Вот маленький бежит на good to be. Там два. И сейчас я эту заберу. Рибахните хэнта. Сука, СС и БР всрали, нахуй. Тупо уже два раза, блядь, умер, еще бой не успел начать. Фонарь, ты далеко, мы не достаем хиона. Не знаю, другого пути нет. Это тебе за все пулы, нахуй. У нас по три. Вон маленький на щуке еще. На Пете. На Пете, да. Второго маленького нету. На массе сейчас будет. Сейчас газ будет, не сбегайте. Ну, можно и свести, нажать следовать, блять, и все. Надо. Не, надо пока свозить. Сейчас газ и брызги следить. Чего вопросу? Чего вы там разбегаете? Мася, подбить. У нас лужа в мегазоне. Лужу видишь? Вижу. Отойдите с лужи просто. Главное, блевоту не ставить. Под босс встаньте, брат. Быстрее сейчас брызги будут. Прохил, прохил. Ну не лутайте сейчас. Брызги, ну под босса, блядь. Взрыв, взрыв, взрыв. Блядь, и газ, нахуй, заебись. Ушли с под босса, рислин сокру. Свои сейвы жмите. Нахуй. Ой, блядь. Под босса быстрее. Да, фонарь сокру. Нет. Прохил. У меня четвертый стак. Мелкий в меня зашел от кого-то. Это твой. Нет, это даже был не мой. У нас минус один в РДД. Я вижу. 8 человек достаточно. Я думаю, просто есть смысл его резать или нет. Арислин, забери. Ладно, похуй, давай ПРК серый по калюту покажет. Так, у Арислина 3, у меня 4. И мантик где-то бегает, его не сводят, как будто принципиально. Калют, я дал бы. Арислин, сделай разворот. Сейчас растянет, после вставай. Арислин, сделай разворот. Ставь ТТМ калют. Сука. Фонари умер, блять. Фонари БР быстрее. Там уже сбегаются. Терва, блядь. Фонария БР быстрее, нахуй. Блядь, да ебать вас, нахуй. Да блядь. Сука. Взрыв. Под боссом прямо. Убежали с под босса быстрее. Ай, хотя уже все. А нахуй. Там хуй бежишь. Не видят. Там можно было отбегать, когда уже процентов 60 каста было. Это залупа. Вакханалия ебаная, нахуй. А чё, замены нет никакой? Нет, места, это не вакханалия, там... это животные ебаные, нахуй. Просто ебаные животные, сука. Вы меня уже просто бесите, нахуй. Отдельные личности, нахуй. Я потом выскажу всё, нахуй. После РТ, блядь. А, кстати, на этом пуле у вас лужа прилетела, да? Да, только от кого? Знаете, почему она прилетела? Потому что маленький был повернут в вас.
Интересно, кто же потому его что повернул? Ебаное, потому что ебаное животное, блядь. Сука, сколько раз говорю, если у вас маленький бьет нахуй, сделайте шаг влево нахуй, ну, чтобы он смотрел либо в сторону, блядь, либо нахуй назад, блядь, в сторону стены, блядь. Все равно ж нахуй эти лужи летают в центр, блядь. Раза три, наверное, или сколько там пула повезло, блядь, перелетало, блядь, сейчас попало нахуй. Давайте, может, перепьем банки на сопрот и правда, что, может, лучше будет хоть как-то. Просто в ваших интересах сводить их даже, чтобы не плюнуло вас и менять позиционку не надо было. А не в наших с Реслином. Наши просто собирать стаки. Давайте так. А то, что вы до конца там с маленьким слизнем стоите, прям вот не хотите прерывать свой миллион ДПС. Большой член, большие яйца. Я не знаю. Уже несколько раз из-за этого вайпнулись. Ты скажи, кто это делает, и все. Если бы я бы еще следил прям отлично за всеми, но мне надо и за собой следить хорошо, чтобы, ну, отыгрывать свою роль нормально. Ну, короче, потом на повторе у Ридики посмотрим. Ну, ты ничего не видишь там тоже. Даже Мелизона. А на маге можно враже стоять? Нет, тебя и убьет нах. Там Максим что ему показывает, что когда кого-то бьет, типа фрейм красненький у них светится и все. Это максимум все, что есть. Ну что у меня все ники включены, чтобы смотреть на вас. Ну, в смысле, можно цель-цель посмотреть. Как мы и делаем. Вон, давай-ка козябру возьмем, блядь. Нету вальма. Давай там на первом взрыве добавим гимн ХП от одного, от двух пистов. Тоже кастовать надо. Нам же тоже бегать надо, нам как бы. Им, блядь, бегать не надо, они стоят на месте, да? Там, думаешь, когда, когда со своих мест отойдут, кастанут, что за проблема? Помогут подхилить. Ну главное, чтобы они еще пошли в то место, блядь, где до этого никто не стоял. Но они там не тупые. Добрый. Давай счет. Хорошо, что не тупые. 4, 3, 2, 1. Бля, это мистер Ву? Yeah. На, Сальвуш. Меня просто надо зачитать. Виклс.
Да я ебал этого фаера, у меня там крита нахуй 30%. Нихуево. Один маленький на щуке, блять, а второй сейчас на тебе кринжкин будет. Ну, в мелизоне. А что, подойти к ханту? Да не факт, что он тебя был. Ну, тот, да, тот человек, который бил, только после брызгов, нища. Прохиливает. Вот сейчас на комагро, блять, подведите. Или щука подойти. На риде, да. Ну-ка. А если я сделаю так? На блэкиче. Сейчас газ будет. Ну, 200 миллионов еще не сделали, блядь. Нет, ничего. Аккуратно, маленький там бежит. Мелизон маленький. Сейчас еще один после Вальмори появится маленький. Сейчас большой мелизон, без 5 секунд. Большой. Давай чуть подымите. Рид ставь ТТМ. А Вальмора гимн. Первого прописываем. Большой. А, Реслин 2, у меня 3. Бальмора просили. Большой мили. Аккуратно маленького с большим не... Блять! Ну там еще 4. Еще и лужу плюнул. Красавчики вы, блять. Просто красавчики, нахуй. Сместитесь там, тропка. Лужи не стоите. Маленький на 5 тугут туби. Сейчас газ будет. Можешь свести так? Нет. Еще одного большого надо. Чтоб ты забрал. На тугут туби пошел маленький. На мне сейчас маленький. Тугут-туби, подойди ко мне сейчас, подойди ко мне. Ничего. Уже 3 маленьких. Фонарь забираю. А, стоп, окей, все нормально. Блять, сейчас ведут еще одного. 4 у меня, а, и 4 у Арифа. Стоп, сейчас газ будет и брызги. Дал эсбаунд, пока прохил. Прохил щуку. Все, сводитесь. Давай, Арислин, сюда. Арислин, дай сокру. Калют, прохил. Взрыв. Готовимся выходить. Все, ушли с центра, ушли с подбосса, быстрее. Фонарь продлись по кругу. Чарми на хп, давай и хули щит. Уже, ну. Подбосса вернулись быстрее. 2 маленьких где-то, Арислин. А, твои будут. Блядь. Прохил. Зубы в чарме. Вы чё, вчетвером на хп отдали гимну? Да похуй. Фух. Арислин, это мальчик, тоже твой. Сейчас большое заберите. Угу. Так, сейчас 2 маленьких в мелизоне будет. Через 5 секунд еще один большой. А, ушел. Там, ничего. Газ сейчас будет аккуратно, прохил. И лужа разливается, смотрите, аккуратно. Первого прохил. Гекутка пошла. Сведите 2 большой, маленьких, прям большой, рядом. Большой, заберите с мелизон. Арислин, это твой, и у меня здесь будет большой, 4-й.
Так, Варислина 3 стак. У тебя 4. У меня 4, да. Еще Варислин большого сводишь, потом будем зарубить. Раз поднять маунт откачался. Варислин, сделай маневр. Тихо, 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 тихо. Большого забери. Он мили бежит. А, там уже два сейчас. Сейчас будет взрыв из-за этого. Блять. А, да, взрывай. Взрывай, взрывай. Блять. Ну хуйня ебаная, взрыв. Уже поздно, сейчас газ будет. После газа надо ждать. В миллион. Три стака. Ладно. Эксбаунду. Прохил. Так, ну... Вот сейчас взрывайте, дай сокру ресник. Взрывайте быстрее, фонаря прохил. И забирай сразу большого, там под взорвали. А, в двойную взрыв. Забирай больших быстрее. Убежали, убежали, убежали с центра, ушли. Блять, ну ёб твою мать, какой двойной, блять? Берю. Наш не взорвался. Да я умер, блять. Взорвался в итоге под боссом, нахуй. Да блять, ну вы... Да сейчас все то же самое, только почему-то вы 4 гимна отдали, надо 2 только, и на второй взрыв еще 2. Или 1. В смысле, я на этот гимн отдал взрыв гимн. Ну я смотрю, вон там у меня КД показывают, но у всех 4. Смысл от гимна, если эта штука ваншотает? Умирают нахуй не от этого? Нет смысла от него. Да про первый взрыв я говорю, блядь, что там 4 отдали, там заебись за хилом помогли. Когда мы выбегаем из-под босса, блять, и босс блевоту дает. Ну, чё, блядь, 3 взрыва давай. Так да. Зачем, блядь, чё, смысл въебывать больше взрывов до 50% хп босса? Он там только один, в любом случае. Ну, когда мы сводили, мы просто заигнорировали в центре. Потому что мы не можем его уже сводить. А они долго очень сводятся. То остановятся, пока плюнет, то еще что-то. При этом, учитывая то, что мы близко. У меня даже было предложение 3 на 4 стака сводить. Да? Чтобы не игнорировать в центре. Сейчас бы, если без Севина, я, блядь, знал еще Севина. Под Севу, блядь, это все было. И чтобы под газ и брызги это не было, этих хуйни. Ну, умерло бы 2-3 чела, все равно добили бы. Блевать. Ну, когда ты сказал сводить, мы свели с Арислином, но в итоге взорвался у вас. Да почему, блядь, вы как-то свели, непонятно, хуёзно. Да нет, Даша, нормально. Взорвались, блядь, а взорвался под боссом в итоге, блядь. Ну, так оно может багнуться там. Помнишь, когда я сказал, что сейчас взорвется, в итоге отмена взрыва? Там у меня была ситуация, 2 больших и 1 маленький. Маленький залез 4 стака, и у меня был еще один. И мой, который с одним стаком, поглотил того, который сейчас будет, ну, был бы уже взорван. Блять, Калют, нахуй, где ты? Ты умрёт, написал же. Блять, тут нечего объяснять, нахуй, от него, вот реально, вот даже ничего, нахуй, не объясняйте. Вот, блять, босс, нахуй, проще простого, нахуй. Ну, там, блять, такое чувство, там было, блять, получается, один большой с двумя стаками, блять, в него маленький свели. Еще один большой появился с одним стаком, да вот 3, нахуй. И, можно... блять, видимо, нахуй... Вы 2 в мелизоне, нахуй, диспела въебали, нахуй. Скорее всего, нахуй, я так понял, блядь. И они взорвались в итоге. Знаешь, 2 маленьких сидеть. Знаешь, как можно сделать? Вот 2 взрыва мы сделаем, и третий взрыв из мелизоны просто Мираю выставить, и пускай он-то унтит к себе и третьего слизня. Ну, красава Вельмора, нахуй, значит. Раз ты въебал в мелизоне 2 диспела. Как идея насчет того, чтобы вышел Мирая с третьим слизнем? Не что? Факт, а то, что у него таунт попадет. Попадет. Это раз. Мелизону вы должны прохиливать, не диспалить нахуй. От них урон наносится только от дебафа этой хуйни. Это прохиливается.
Котами причем тупо прохиливает. Там минус 75% от хила, по-моему, там очень жестко. С теории нахуй, сделайте точно такой же пул без... Мы будем пулять нахуй, где АПФКш? Нет, так ну разведем сейчас, ебаный. Фелиса. Давай чё-то. 5, 4, 3, 2, 1. Мелизоне большой мой. Арислин твой первый. На Барбароссе один. Бать там урона, блять, это сухохолик шику, блять. Пается, блять. Вот, на тебе маленький, у Барбаросса сзади. Один из вас сведите. Сейчас газ будет. Только если воет, сводить может. Газ полетел. Прохил. Большой. Угу. Два у Арислина. У меня один. Маленький в мелизоне сейчас будет. Еще один маленький в мелизоне сейчас будет. Того большого через 5 секунд. Я заберу. Почти. Большой. Газ сейчас будет, если и сразу. Выходите слушать. Щука, ты заебал во мне стоять. Ну, скорее маленький, всего. Маленький, аккуратный, в мелизоне. Сейчас большой появится. Быстрее уводите большого, сейчас маленький еще один появится в мелизоне. Только не через мелизону, блять. Асалин, отойди, отойди, отойди троху. Нормально. Лично так, блядь. Так, три его фонаря. Сколько там у Арислина? Два. А, диспельнули прямо в моем. У меня 4 стака. Хуен. Сейчас большой появится в мини. Арислин забирай. Три. Фонаря прохил. Фонаря прохил, сейчас сдохну. Блять, ревность нужна. Арсензиум у него. Маленький бежит! Маленький фонаря бежит! Гриб. Стан ему дайте. Блять, ёмните по нему там чем-нибудь нахуй. Сведите маленького вот этого бомжа, хорош. Арсен, забери большого. Прямо сейчас. Сейчас газ будет, и брызги надо и делать грязюку. Только аккуратно там в мелизоне сейчас будет. Все, после брызгов сразу сводить. Все, уже начинайте сводить своих фонариков.
Сводим. Рид, дай тотем. Гимню. Взрыв. Готовимся, готовимся, готовимся. Далось бам. Вышли, 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 вышли. Купол там еще поставил. Гимн дал. Под босса быстрее, под босса, под босса. Ну куда вы так далеко? Блять, а, тут просили, ну просильте, ну блять, ну нажмите кнопочки, ну пожалуйста, блять. Губительный газ. А пизда нахуй. Да потому что, блять, блять, вот маги, объясните, у вас глыбы нету, да? Вот нажать вот под эту разбежку. Друиды нахуй, там, блять, дубовую кожу, там, что-нибудь, блять. У каждого класса есть свой сейф, нахуй. Лок там может койл нажать, камень нахуй сожрать, там, и так далее. Вы нихуя не нажимаете, блять. Не, ну почему я-то не сдох? Я в глыбе. Ну ладно, окей, почему два мага умирают? Ну вы не можете глыбу нажать или что, я не могу понять. Вот на взрыве, блядь, нажмите ебаную глыбу. У вас хилить, во-первых, не надо будет. Ну я хуй его знает просто, ну, блядь, как по-другому нахуй? Следи лучше. Дай интерес обычный по бенту. Может хотя бы, не знаю, тухлого побьем сегодня и убьем его. Нет, никого бить не будем, нахуй. Еще он два пула делаем, нет, расходимся. Нахуй. Они в спеке оба, этот стол. Ни на какого босса больше не пойдем, будем бить гнилого, нахуй. А потом, да, пересядем, нахуй, будем бить, нахуй, он тропа, блядь. Хули просто толку дальше идти вообще? Ну вот, типа, на ту же синдру, где там, блядь, освобожденка 20 метров хуярит. Что там люди будут делать, нахуй? Если, блядь, здесь не могут нахуй справиться, блядь, нажать сейф нахуй свой. Чувак, отмени Арису. Фелиция, блин. Чего отмени? А, все, плохо. Почу кидать, СС. Нахуя 2500 остается? Там на офстайн. Ну, нет, я на кольцо. Ну, я понимаю, но можешь 500 поставить. А, ну если нет, ну так тогда. Да я что-то даже не заморачиваюсь. Сейчас. Ладно, он, блядь, ладно, он недавно пришел, он и с ним. Как люди умирают от взрыва этого ебаного? Да, просто посмотри после... детали смерти, что там в деталях, какой урон они. Ребята, пожалуйста, блять, обратите внимание, да, вот когда еще взрыв, когда мы разбегаемся, вы смотрите, блять, куда вы бежите. Там, где нету лужи, блять. Вот смотрите, с какой колбочки, блять, выливается нахуй. Не бегите в лужу, пожалуйста. Буду очень признателен, блять. Я просто привык к закрытому ЕПАЛку. Бентли. Давай отчет. На исходный стой. Ладно, сейчас сделаем проще, блядь. Маленький идет в мели.
на массе. Ну-ка. Сейчас появится большой. На протопауэр теперь. Блять. Вон, второй, давай сюда. Тут еще один маленький в мелизоне. Сейчас появится большой через 5 секунд. Это я заберу. Под боссом. Забирайте. Да, с полетим. Тут будет туби проходить с лакера. Что, блять, мася уже по мне высохла, блять. Начало боя, блять. Ай. Калю, ставь ТТМ, Вальмора гимнамен. Они, блядь, брызги. Прохил, прохил. Нормально. Что-то блевотня как-то непонятно кидается. Честно, блядь, раньше кинулось на 3 секунды, чем должно. Надо на высерус. Большой под боссом. Эрслин твой. Барбарос, уходи оттуда. А, двигайся правее, щука. Маленький один под боссом. На мне, кстати. Я не могу... А, ну, еще второго нет. Так, сейчас большой будет. А, он на чарме, вижу. Он свел. Большого забирайте. Под боссом. Так, 3 стака фонаря иду, и 3 орислина. Мася, просил, просил, блять, ну... Дал БР. Инер. Блять, у кого-то Инер один есть. Стерва, да, Инер по Масе? 400 ком. Махните друида. Я вижу. Арислен сейчас забирает большого. Блять, вы что, не видите? Газ вышли, прохил, прохил. Ладно, дай его сбаунд. Там маленький на бесе, я чуть не понял. Мася Бэр, Мася Бэр похулишит быстрее. Сейчас вот большого забирай, Арислен. Там уже 2 стака. Рибафните. Так, ждите, ждите пока. Выйдите, слушай. Сейчас брызги и газ надо подождать. Прохил, Мася, Мася, прохил, Мася. Ну, блядь, ну ёбаный в рот, нахуй. Ну, пиздец, блядь. Все, сводите, сводите быстрее, сводите. Под босса все подбежали, под босса все до единого подбежали под босса быстрее. Смотрите, там лужа разливается. Ну, вы сведете? Дай сокру, Арислин. Сокру. Ушли, ушли из-под босса, ушли, ушли. Гим там на шоке, знаете. Все, под босса вернулись, остальные разошлись, которые не должны стоять. Терва, дай БР. Блять, ебануться нахуй. Рида прохил, прохил, прохил. Купол дал. Тугутуби прохил. Поднимите по ХП. Колючий, меня... сам встань, пожалуйста. Блять, Терва, дай БР по... У меня дисплейной взрыв. По чуваве. Взрыв. Взрыв, блядь. Отбежали, отбежали из-под босса. Быстрее ушли, 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 ушли. Дай сокру, Арислин. Я дал сокру. Под босса вернулись. Быстрее под босса, под босса, под босса. Прохил, вы там свои жмите. Прохил, 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 прохил. Все, босса подвожу обратно в центр. Не диспельте танка. Прохил. Я хуй его знает, блядь. Кого Берн? Это просто пиздец. Я не знаю, нахуй. Стерву Берн.
Давай, доиграем еще. Поставь тотем, у кого-то там есть. Рибашите друида. Газ аккуратно. Гимном оно еще. Кто-то ебанить. Даю гим. Блять, могу дать. Прохил, прохил. Большого заберите с мелизоны быстрее. Два стака уже на нем. Арислин, забери, я встань. Дал эсбаунд. Три стака у Арислина уже. Да. Ну маленькие бегают прям передо мной, меня зажали. Барбарос, сведи маленького. Вон в миле есть маленький. Сейчас газ будет аккуратно. Не брызги, не прохил. Прохил, прохил, прохил. Блять, холи шит умер на. Ничего, умер. Так, Бойд, выйди, выйди в РД-зону. Только не в лузу аккуратно. И бейте босса. Сколько там на большом? Большого заберите из-под босса. Я забираю. Быстрее. Дай сокру фонарик. КД. 5 секунд. Арислин. Ладно, давай сразу по КД. Дайте еще кто-то гим на ману. Помогаю подхилить. Бейте босса, блядь. Шеслем, назвать себе. Большого заберите из-под босса быстрее. Вот, фонарий может. Пока один стак. Да, быстрее, быстрее. Забираю. Не уешь. Все, все, диспельте всю хуйню. Диспельте всю хуйню. Тыкните гим на ману, маны нет. Взрыв, пацаны, блядь. Взрыв, готовимся. Ушли с-под босса, ушли, 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 ушли. Дай сейф, да. Арислин. Да. Свои сейвы жмите. И добивайте босса. А, изи. Слава богу, да, кровь поутаю за то. Ужас. Уж ты ебать. И джезл, и кровь оставьте, пожалуйста, ребят. Отличные новости. Он оставил море сли. Хоть это и победный трай, но я все равно хочу пожаловаться. Прям меня зажали, никуда не могу пойти. Сзади лужа огромная от кранчика, а передо мной стоит кастер со слизнем. А ты прорываешься? Это еще более-менее нормально. Так, давай, давайте привет, дальше. Это хуйня надо кому-то? Да, да, тухлого убьем еще. Это хуйня надо кому-то? Надо квест доделать. Да тухло быстро, да. 5 минут доберусь. Кирилл, я ролю кровь, да? Кого ролишь? Кровь. Ну да, конечно. Термообмен. Дальше. Этот плащик. А у Салина, по-моему, ЕП еще нету, да? Столько. Да, я тебе не отдам на ММ этот плащик. Спасибо, Вайт. Там саван выпал, блядь. Арислину саван сложится. Там филица саван. Ладно, пусть с ним филица, давай, блин. В следующий раз мы... Так, дальше поехали. Так. Шлите, прими обмен. А, я тебя, блядь, не подаю, все, понял, точно. Колич, давай там, покажи силу. Не, мне шея нужна. Да, этот, мусорная, да? Пиздец, она нужна. Так, такой руин для меликов. 15, Барбарос. 3, 2, 1, Барбарос, блядь. Тоски. Ну-ка, за 20-ку. 20-ку? Да. 20-ку? Блять, а что там такое выпало за 15 тысяч лифа? Токен? Ага. Тебе надо это, Кунка, бля, я то бы на мишку взял. Дайте рыбку там пока, бафчик. Заебал. Кунка, что, у тебя других нету? Нахуя они тебе? Только не гори на ПВП, блядь. Забирай в пизду, да. Гринскинг, ну. А далее, нам же квест надо сделать. Да, давайте, чтобы сейчас никто не сдох, пока. Давай обмен, Кунг. Тут у меня луз гнилого остался. Чё я танчу? Кого танчу?
Босс? Да, тухло. А ты в ДД спекайся. Моя очередь. Мне нету ДД спек. Я все равно танчу. И стать прошу. Танчи, мне похуй. Так мы в тот раз в одного очень. У меня нету ДД спека. Рейд. Тут что-то поменялось, нет? Так, короче, Ридига стоишь в печеньке, Вальмора стоишь в кресте, это на постоянке. Остальные держите раньше, вы выходите, блядь, что, эти можно? Пельмени будут лететь зелененькие, нахуй, не ловите пельмени. Милики стоите изначально под левой лапой, потом перебегаете на правую, ну и так далее, в зависимости, блядь, под какой летит пельмень. Стойте в одной лапке, блядь, чтобы не было такой хуйни, что в одного милишника кинулся пельмени, там перебежали, полутали пельмени, короче. Остальное все как... Подожди, а что с спорами делать? Ну, типа, сносить там, не сносить? Метки стоят. Сносите споры. Сносите споры, я же поставил метки. Одна в мели, два в РДД. Все. Вот, стань в печеньку. Ну, поближе метку. Нет, это далеко миликом бежать, ты гонишь туда-сюда. Я поэтому и говорю, что ближе. Ты еще даже дальше, чем крест стоит. Поэтому я и говорю. Все, давай, что-то дали, поехали. Сейчас фонари вначале потаунчим, чтобы плеть сами сорвали. Забирай таунт. Сейчас еще раз там. Там уже диминишн. О, сою кто-то пример. Метки. Ну пиздец, Асус под боссом. Асус под боссом. Стал. Асус босса, блядь, милик. Нового шара. Просто. Раньше держите. Аккуратно пельмени, смотрите, отходите в мили. Зачем вы зажимаете? Ёбаный брод. Попробую все ногу. Напоминаю, здесь берса 5 минут, блядь. Так что давайте там это, блядь. У нас летит. Мне что надо бить. Да похуй, блядь, мы же танки. Неприятный дебаф. Кстати, на меня зелёнка стоит, мне похуй. У тебя дебаф тоже есть. Где? А, блядь, реально в зелёнку поездится? Ну второй видишь зеленки. Бля, мало урона. Давайте сильнее побольше. Большой прайм. Конка, беги. Еще и где курка. Забери один стак на себя, а то пропадет. Все, теперь мое. Очень криве. Нихуя, топ 2 на. Сейчас редкая гниль будет. Я массакру сдам. Я тоже из. Три спора достаточно, чтобы не сбегаться. Жми. Нажал. Блять, а ясно нахуй. Yes. Мася БР быстрее. Я. Че, я сбрасываю или ты потанчишь? Да, рибахнули креста. Давай я потанчу. Я правятку выключу. Дамаж. Танчу. Ну, дамажу. У нас ДПСа мало. Пиздец, как мало, я бы сказал. Ну, мы, блядь, не проходим в Берсу. Вы в курсе? Добавьте, блядь, еще вагон номер, блядь. Без одного стапа. Здесь бы не нажал. Я потом сборы, что заберу с тебя. Молоко люто выглядит, еще спекусь. В сторону печеньку.
Бля, минуты. Минуты 17, да. И сейчас ты где код кровь? 3%. Поднажмите. Ну, слизь не поймал. Ради тебя, Кир. Я послал. Поднажаем. Больше ДПС, больше. Избирал на скорую. Здесь немедленно идет, но его собликут. Едкой гнил. Забирай, наверное, диска. Ну дай немножко, блять, вправо куда-нибудь, нахуй, сука, заебал. Ну отойди, блять, еще. Ебаный. Так, фонарь, давай сокрой. Сейчас дам. Дал. Блять, больше, нахуй. Больше демедж, 20 секунд. Добавили еще демедж. Мастер, дай БР. Отойди, зачем ты меня закрываешь? Я отбегал от ужина. Мили. Танк заносит. Блин, дерса нахуй. Паладины баблы жмите. Баблы. Нахуй. Ну, я не знаю, ну, блядь, что это за хуйня вообще? Еще и квест проебали в итоге. Вы, блядь, ну, пиздец нахуй. Как вы дохнете, блядь? Ладно, еще обычка есть квест сделать. Я так и знал, что ты это скажешь. Ну, типа грустно, да. А там в начале у нас 3-4 поймали. Разные слизники. Вагоны, нахуй. 16к у ретрика, блядь, почему? Лока, блядь, 14. Что за ДПС, нахуй? Щука, блядь, почему у тебя 11к ДПС, объясни мне. А, подожди, стоп, это у меня забанилось. Ну, 13, ладно, блядь. Кого? Что это за хуйня, блядь? Бентли 12 тысяч, нахуй. Это ДПС или что вы хотите сказать? Для обычки ДПС. Сколько у меня там, блядь? 15. Да давай, я ебал, гонусь. Нахуй. Вы, сука, вот вы сбежались в эту парашу, да? В спору, нахуй. Вы разбегитесь на рейндж нормально, нахуй. Вы стали, блядь, щука, смотрю, стоит, нахуй. Ну, в рейндже блевоты ты стоишь. В тебя блевота пойдет, я заблюю, блядь. Не понимаете ренжу, нахуй. И мы когда двигаемся от этой хуйни, уже чтобы... Уже всё, на сегодня всё. Чтобы не блевать. Давайте добьём. Кровь полутать. Да го пол ещё один. Дай я вас пол, Кирилл. Я, ну, блядь, типа... Кто, блядь, хочет уйти, жмите нет. Если кто-то сейчас уйдёт, значит всё. Всё, 3 человека, 4. Девочки, блядь. 10 тысяч нахуй. И башня. Какая разница сегодня, завтра, блядь. Идите нахуй, у меня башка болит. Соло тащить этот рейд. Ладно, Максим, успеешь там еще. Да просто может завтра не соберемся. Да почему не соберемся, блядь? Да просто может не повезет. Не прокнет. Не, нихуя. Все понятно. Замена к войду, блядь. Бля, Дима, ты че, типа, залутал минус 2к ИП, а залутал. А получил 1500? 10. Да, получается, ловил меньше всего слизней. Ой, фу, это духов. А че, можешь побольше? Кто там замена, владыка? Сколько ты, 1500 давал, да? Ну, 750. Не знаю, я старался. Ты мне кажется, не полез на 500. А че так мало ИП? Ну да, мало ИП. Так мало. Давай, Ванчева, я около пони. Ванчева, 900 ОД осталось. Или сколько там у тебя, 90? А, ты уже 90 АД. Ну чё, владыки дал, и чё, всё, замены больше не было? Предбисовый жезл. А, всё. А так я вроде был, ну если ушёл спать, значит всё-таки спать. Вам замена нужна? Нет, ты уже взял оборот. Не, я не подхожу туда.